Жительнице поселка Томилино Цилле Львовне Веббер исполнилось 100 лет. Как юбиляру удалось дожить до такого почетного возраста, сохранив оптимизм и силу духа, узнал Богдан Колесников. Цилле Львовна, в чем секрет вашего долголетия? В работе, наверное, работала, трудилась в доме, потому что у меня как бы частный дом наш самый. Ну, есть огород, были овощи, свои овощи, свои фрукты, были, все было самое. И все было своими руками, руками мужа, которого уже нет очень давно. А сейчас-то выращиваете что-нибудь? Сейчас, да, кабачки. Цилле Львовна в огороде целый день. Выращивает пионы, мальву и розы. Любит читать, разгадывать кроссворды и вечерами пересматривать старые фотографии. В годы войны Цилле работала в колхозе. Уже в мирное время в Министерстве автомобильной промышленности СССР и Институте обогащения твердого топлива в поселке Вуги. У нас было какое-то летнее института, я не помню уже какого. И вот этот директор создал очень хорошие такие эпиграммы. Это самое. Ну вот в одной из них я, так, значит, зав. Канцелярии Вебер, Ц.Л. Вебер. Так, через руки этой дамы проходили караваны писем, документов без крутых моментов. Сегодня у Цилле Львовны не смолкает телефон. Звонят из разных уголков страны. Поздравить юбиляра приехала и заместитель главы округа Виктория Бунтина. Очень рада познакомиться с вами. Спасибо. Конечно же, поздравить с таким замечательным событием. Но это прекрасно, когда человек отмечает такой юбилей. Есть у нас такая добрая традиция в Московской области. Те промыслы, которые есть у нас, это жостовские подносы, это павлопосадские платки и так далее, тоже должны получать очень значимые для нас и очень важные люди. Многие страницы большой биографии она до сих пор хранит в сердце. Сейчас главная ее гордость и отдушина – четверо правнуков и две внучки. У нас мировая бабушка, она сейчас рассказывает, как она о нас заботилась, и это правда. Вот мы приезжали летом сюда, и это дом нашего детства, понимаете? И ты маленькая до тех пор, пока ты можешь приехать и сказать бабушке: «Бабушка, привет!» И она скажет тебе: «Я твоя бабушка, ты должна меня слушаться». Это в любом возрасте прекрасно. Бабушка у нас потрясающий человек, ее любим мы, ее любят наши дети, мы постоянно к ней приезжаем, и просто не могу себе представить мир без нее. Все тут ее любят, и вся улица ее любит, и, по-моему, весь поселок тоже ее любит, приходит к ней советоваться. Цилле Львовна Вебер в очередной раз готовится встречать гостей. За праздничным столом соберутся родные, друзья и соседи. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.